Добрый день, друзья. Сегодня пройдемся коротко по изделиям, которые сейчас есть на реализацию. Вот многие спрашивают, для чего, как. Я, как говорится, всегда вставляю в ролики лирическое отступление, то есть размышляю о том, что нас ждет в будущем, вот, и даю новую информацию для тех, кто заинтересован в том, чтобы нам идти дальше и идти безболезненно, бесконфликтно. Вот, и основной аспект – это работа с человеком, то есть работа с внутренним миром человека, с его возможностями, способностями. А в этом, в общем-то, основная идея моих выступлений – то, что попытаться изменить природу человека, то есть дать ему, например, новую энергию, и эта новая энергия, она будет преобразовываться именно в какие-то действия, в какие-то события, то есть возможности человека, они возрастают, вот, то пользуется Икутом мне, пишут обратную связь, и я вижу, что люди начинают понемногу меняться, и это вдохновляет меня на дальнейшую работу. Вот мы не стоим на месте, мы продолжаем работать в плане организации именно грамотно того пространства, в котором должны жить комфортно люди, то есть они должны быть, во-первых, объединены, во-вторых, они должны выполнять свою функцию в обществе, то есть функцию управления. Сейчас этого не происходит, то есть есть основная масса, которая никак не участвует в управлении делами, вот, и фактически мы имеем некую проблему накопления ошибки и связанную с этим катастрофичность нашей жизни. Вот. Наша задача построить такую систему именно, может быть, на основе цифровых технологий, и для этого есть уже все предпосылки и разработки тоже есть. Вот, в ближайшее время буду знакомить вас с новыми разработками в плане организации нашего жизненного пространства. Создан сайт, к сожалению, пока не удается нам провести совместную конференцию для того, чтобы вы задали вопросы. Вот, сайт поддерживает моя помощница Наталья, поэтому мы с ней сейчас работаем плотно. То есть она создала эту структуру, она имеет большой опыт работы в этой сфере, которой мы занимаемся, то есть работа с человеком. Вот, у нее есть свои технологические наработки, и я вписываюсь в ее проект именно приборной базой, которая у нее на сайте есть, ее можно приобрести, и в ближайшее время мы организуем наконец-то семинары. К сожалению, дефицит времени, огромное количество задач и дел не дают возможность нам вместе поработать, но я надеюсь, что в ближайшее время, прошу прощения, там был на сайте указан срок, но, к сожалению, из-за дефицита времени, возможностей, нам не удалось эти семинары провести, но прошу всех принять участие в этом проекте. Это то, что многие ждали, то, что мы в дальнейшем будем еще развивать, и будет отдельный сайт-магазин по всем изделиям, которые я демонстрирую, и которые можно будет на сайте приобрести, и там же будет возможность сконструировать прибор под свои нужды, под свои персональные предпочтения. Это мы тоже будем делать. Плюс будут аксессуары к прибору. То есть вы можете купить и на чем его носить, если это кулон. Ну и так далее, и тому подобное. То есть сайт будет еще по изделиям. И они будут согласованы с тем сайтом, со школой развития человека, назовем его школа Икут, которая сейчас уже существует,
пока еще в сыром варианте, мы его будем в дальнейшем уточнять, согласовывать. Вот. Но на сайт, в сайт уже можно войти, зарегистрироваться в клубе, вот, и активно участвовать в нашей жизни, в общественной жизни. Вот такие новости. Сейчас я познакомлю с приборами. Это новые совершенно приборы, которые мы сделали на производстве. К сожалению, есть моменты, нюансы тонкие, которые мы будем еще дополнительно согласовывать, уточнять. Но пока вот такие вот кулоны и кут. То, что вы покупали в пластике, я вам покажу. Так, нет, меня. А, да, вот старый вариант. Кут, его тоже можно приобрести. Вот, и кут новый. Вот в таком варианте. Вот я показываю. Значит, здесь перламутровая надпись. Тут стоит резонатор. То есть это полноценный прибор. Его не нужно держать в руках. Его нужно носить. Таким вот образом. Есть две модификации. Вот они я показываю с ушками. То есть как сделан по принципу, как сделанный кут-учитель. Покажу сейчас варианты кута-учителя. Который тоже можно приобрести. Вот он как выглядит. Пользоваться ими необходимо именно в качестве кулонов. Это только кулоны, которые в руках держать можно, но это уже без активационных систем. Это здесь есть элемент активационной системы, вот он. Вот. Но здесь уже без активационных систем для тех людей, которые уже инициировали резонанс вот этим икутом. Вот я показываю его. Здесь с активационными системами еще, то есть для того, чтобы вызвать резонансный процесс, таким вот образом держать. Если вы уже научились вызывать резонанс, то вам активационные системы не нужны, то есть достаточно вот такого икута, который можно носить в основном в виде кулона. Вот они, варианты, на шнурке. Покупается шнурок, продевается и носится в виде кулона здесь. Вот, и он выполняет функции именно подкачки энергии. Есть ограниченная серия, вот такой кулон. Очень оригинально сделан. Здесь поставлен шаровой магнит. И поставлена активационная пластина. Вот, его можно держать в руке. Вот таким вот образом, положив большой палец, вот. То есть соединяются разнородные материалы, инициируется разность потенциалов, которая именно активирует зону контакта. Зона контакта и идет резонанс. Вот сделан в виде сакрального знака, знак долголетия, черепаха. Из латуни, то, что было на икут-учителе, это такой вариант мини икут-учитель, который, в принципе, выполняет ту же роль, только габариты у него меньшего размера, то есть вот такой вот. Еще раз демонстрирую всем полюбившийся, и многие используют его, диск-целитель. Вот он как выглядит, диск. Целитель представляет собой эбонитовый диск, изготовленный из эбонита, с удобной ручкой, которую можно брать. Вот. Это пассивный генератор электромагнитной компоненты. При контакте с телом он инициирует зарядность на поверхности кожи, то есть создает электростатический заряд и перемещающееся магнитное поле, которая организована тремя магнитами шаровыми. Вот они как выглядят. Вот. Начинают воздействовать на определенный участок тела. То есть, таким вот образом. Можно наносить крем лечебный и так далее, косметическое средство. Также работать по лицу. Вот женщина это оценит. Очень хорошо впитывается к
косметическое средство, крем в кожу. То есть это выполняет роль активатора, так как он инициирует на поверхности отрицательный заряд, соответственно, он влияет на клетки эпителия, и получается транспорт именно того косметического средства, крема, очень хороший транспорт вглубь тела, то есть минуя вот эти все кожные барьеры, которые достаточно серьезные. Сделан в связи с тем, что идет у нас серьезное развитие модной болезни. Вот сделан Ковивак, вот такой информационный препарат, который можно использовать, носить темной стороной к телу, вот таким вот образом. Вот, заменяет прививку, то есть со временем вырабатываются антитела, которые можно зафиксировать и получить QR-код в результате такого вот действия. Вот. Будут, у некоторых возникнут некие болезненные моменты, типа простудных. Вот. Это длится несколько дней и вырабатываются антитела. Уже проверено на добровольцах. Вот. Есть возможность приобрести, пока они в наличии имеются. Вот. Многие просили показать кулоны, органиты. Я покажу их сейчас, что они представляют. Вот такие вот кулончики, которые сделаны из разных резонаторных материалов, в том числе разного характера. Вот показываю такого. Их достаточно большое количество. Можно приобрести на заказ, сделать вот такой тоже. Значит, это резонаторные материалы, которые можно также держать в руках, носить как кулоны. Вот. Это органиты, так называемые, вы знаете, можете посмотреть в сети. И их достаточно большое количество, можно приобрести такой формы. Вот то, что они тебе представляют, и что многие спрашивают, покажите кулоны, органиты, вот они, как они выглядят. Вот. Их достаточно большое количество у меня. Так что можно их приобретать и использовать как кулоны, носить, подкачивать себя энергией. То есть они служат для концентрации энергии. Вот очень красивый органит. Приливается с очень интересной текстурой. Все они разные, из разных материалов сделаны. Наполнение этих органитов — это минеральные вещества, кварцевые кристаллы. И биологические волокна, то есть волокна различных растений, которые взаимодействуют с потоками энергии и определенным образом их концентрируют. То есть это концентратор энергии, то, что представляют собой мои якуты, вот, но в таком как бы распределенном контексте, именно для ношения, для того, чтобы и как украшение их использовать, и использовать их как прибор, который накачивает энергию. На голове у меня резонаторная шапочка, сделанная из специальных волокон резонаторных. Вот, делают различные изделия из этого материала. Я по моему техническому заданию сделали вот такие шапочки. Достаточно трудоемкий процесс. Вот на такую шапку уходит неделя работы, начиная от обработки сырья и до производства изделий готового. Вот она у меня на голове. Она подкачивает энергию, то есть служит для того, чтобы активировать нейронные сети в головном мозге и активировать процесс мышления. То есть такая функциональная шапочка, ее можно носить, вот, в отличие от этой резонаторной системы. Вот, но это более мощная система, как она выглядит. Вот шапочки у меня заказывают, можете тоже заказать. Это из резонаторного материала сделано специально, это не фольгированная шапка. Здесь многослойный материал, вот видно его структуру, просматривается. Несколько слоев, которые также
взаимодействует с нейронной сетью, с головным мозгом. И, соответственно, идет активация мозга, и мыслительный процесс ускоряется, то есть это служит неким фактором для того, чтобы мозг смог работать и прогнозировать будущее, то есть основа нашей комфортной жизни, то, что мы уже заглядываем в далекую перспективу и видим там некие планы свои, некие осуществления неких мечт, желаний и так далее. То есть мы намечаем план и идем по трассе, по траектории судьбы, по событиям к осуществлению этого желания. Вот в этом смысл работы этих приборов, то есть они ускоряют этот процесс, так как человек имеет такие способности и возможности и может, в общем-то, решать эти все проблемы. Вот, но если его стимулировать, то эффективность его КПД, его жизнедеятельности становится намного выше. И поэтому используются вот такие вот резонаторные устройства, которые именно ускоряют определенные способности действия человека. Именно за счет того, что начинают работать органы, и в том числе мозг наш, функционировать начинает на более высоких режимах работы, то есть по энергетике. И приборы служат для того, чтобы энергетически воздействовать на эти процессы. Вот. И мы плавно переходим к торсионному генератору. Вот как он выглядит. Представляет собой усилитель, некоторые магнитные компоненты, которые генерируют вот эта светодиодная матрица из светодиодов. Здесь расположен кристалл талькохлорита, и это концентратор вот этого потока энергии, частоты, это концентратор. Все сделано по канонам, то есть здесь я ничего не придумал сам, просто совместил в одном устройстве разработки Боброва, Смирнова, других наших замечательных ученых, которые работали в этой области. Вот. Используется прибор очень просто. Берется в правую руку, и вы начинаете работать по пространству. То есть вы должны именно осуществить как бы синтез образа, осуществить синтез, а подчеркиваю, образа. То есть у вас образ вашего желания должен возникнуть. И вот этот образ желания вашего именно в ощущениях, в картинке вы должны представить в виде некого вектора движения именно по траектории жизни, по траектории временной, по траектории событий. И вот этот прибор, торсионный генератор, ТГ, мы его называем, он служит для того, чтобы ваша мыслеформа, она стала более выражена, более яркой, и это ускоряет именно процесс достижения вот этого, вот этой цели, этой мечты. Вот, работа очень простая, опять же, берется в руку и представляется образ. То есть работа идет во включенном состоянии. Вот здесь вот можно посмотреть, горит индикатор, можно видно, что светодиодная матрица, она функционирует, там находится внутри батарейный блок или вставляется дополнительно частотный генератор, то есть он генерирует на светодиоды частотную моду где-то около 3000 Гц по канонам, по научной работе Боброва указаны эти частоты, и как раз идет на спаде и на нарастании модуляции, то есть формы волны, идет выделение, мощное выделение неэлектромагнитной компоненты. Наше тело имеет определенные частотные характеристики, они совпадают с генерацией, то есть они по своему частотному диапазону совпадают с частотным диапазоном переизлучения талькохлорита. Он переизлучает именно излучение светодиодной матрицы, переизлучает именно в том диапазоне, в котором работает наше биополе.
И это способствует максимально эффективной модуляции нашего сигнала полезного и потока нектомагнитной компоненты, который генерирует вот эта светодиодная матрица. Поток ускоряется, концентрируется вот в этих элементах. Они сделаны по золотому сечению, расположены по канонам работы Смирнова, которая посвящена структурным усилителям. И здесь образуется некий пучок, который мне присылали исследование, бьет где-то на расстоянии 20 метров, но это по вторичной компоненте, по вторичным торсионным полям. Вот по первичке это поток не имеет расстояния дальности, то есть не имеет энергетических характеристик, он распространяется на все пространство информационное, и это способствует тому, что можно с помощью этого прибора, например, осуществить канал связи, то есть передавать большие массивы информации на расстояние операторам, которые имеют такой же прибор в включенном состоянии. Вот, для этого необходимо еще дополнительно ввести сюда некий элемент, я их не буду здесь рассматривать. Там можете прочитать в книгах, что сюда можно как бы сопоставить и как связать два вот этих прибора для того, чтобы организовать систему связи. Вот такой простой прибор, называется ТГ. Его можно приобрести. Есть партия свежих приборов, которые частично уже готовы с частотными генераторами и без них. То есть можно приобрести в рабочем состоянии такой прибор с батарейным блоком и с частотным модулем. Вот. Частотный модуль, он в большей степени нужен для зарядки каких-то, переноса информационного действия, для реализации ПИД-эффекта. То есть перенос, если вы занимаетесь, там, например, изготовлением вот таких кулонов с информацией, то такой прибор с частотным блоком вам как раз подойдет. Вот. Но он с частотным блоком он более универсальный, то есть он и для переноса реализации ПИД-эффекта, для переноса информации и для работы с информационным пространством. Этот прибор тоже самое делает, вот, но он в большей степени для работы с информационным пространством. Он более мощный в этом плане. Вот, хотя там мощность не имеет, не играет никакой роли. Здесь имеется в виду, что все равно идет мощное усиление мыслеформы сигнала и идет реализация достаточно быстрая именно того сценария, который вы заложили в свою мыслеформу. Вот также еще раз демонстрирую органатор, подсоединяется к телефону и служит для тестирования безопасности именно вашего места обитания, проживания на предмет вредных излучений. То есть он дает спектр до 1 кГц, я об этом уже рассказывал в многочисленных роликах. Есть материалы, с которыми можно ознакомиться. Сейчас мой канал, он имеет удобный поиск. Вы можете зайти в плейлисты и по теме посмотреть серию роликов, именно посвященные какой-то проблематике по теме. Очень легко это все делается. Вы находите нужную информацию. Есть информация о записи, скажем, переносе информационного ПИД-эффекте. Подробно все расписано. Есть ролики, есть эксперименты и так далее, которые можно посмотреть и в домашних условиях все это реализовать достаточно легко. Вот такой прибор. Он служит и для того, чтобы определить патогенные зоны, патогенные места в вашем доме. Называется органатор. Поставляется в таком удобном футляре. Достаточно удобный и технологичный прибор. Его можно носить с собой. Не повредится ничего. То есть он закрывается вот таким вот образом. Вот такая коробочка. И можно также этим прибором осуществлять перенос информации. Об этом тоже есть ролики. Вы берете какой-то предмет, например, и проводите, записываете MP3 файл.
таким вот образом, и информация в этот MP3 файл записывается, ее можно воспроизвести, например, с помощью MyForSunkin с акустическим частотным модулем можно эту информацию перенести на водную среду, то есть сделать лекарство, какой-то препарат и так далее, информационный, вот, который не будет содержать, скажем так, активного компонента, но будет содержать информацию о препарате. То есть это не лекарство, а именно информационный препарат, который можно также использовать в терапии. Вот такой прибор. Также я давно уже не демонстрировал катушки Мишина. Вот как они выглядят. Они работают от пауэрбанка, от 5 вольт. Вот разъем, который можете подсоединить к аккумулятору для зарядки телефонов. Он продается в любом магазине. Вот, и на таком аккумуляторе такой прибор, катушки Мишина, они сделаны именно по канонам. Здесь используются натуральные материалы, дерево, намотана катушка из определенного диаметра провода, то, что рекомендовал Мишин, а не то, что делает сейчас производство. Вот, и максимально эффективный прибор. Я вылечил этим прибором свою больную ногу, которую я убил экспериментами своими. Вот сейчас я не чувствую никакого дискомфорта именно в результате вот работы такого прибора, катушка Мишина. Вот поставляется дополнительным источником питания, который в принципе использовать не рекомендуется, и с индикатором поля, то есть который можно посмотреть и увидеть, что резонанс действительно идет, что катушка работает. Эффективнейшие средства применительно к работе с больными местами, плюс вот этот диск, и плюс я рекомендую ИКУТ. То есть вот эта связка, она дает максимальную эффективность именно в преодолении каких-то вещей, каких-то заболеваний, связанных с суставами. Я об этом снимал отдельный ролик. И там еще есть одно устройство, называется Меркурий. Это стимулятор, который дает импульсы, который позволяет задействовать мышцы сустава. И в результате восстанавливается обмен. И если у вас какой-то застойные процессы возникли, то эти застойные процессы, они со временем ликвидируются. Вот такие комплексы, они разделены по комплексам, их можно приобрести и по каким-то определенным проблемам. Это касается терапии. Вот, она не инвазивная и может сочетаться именно с лекарственными какими-то методиками и так далее. Мы не отрицаем медицину, использование лекарственных средств и так далее. Вот, то есть мы сотрудничаем с медициной, не отрицаем ее работу, но дополняем ее. И это дополнение как раз способствует тому, что, в общем-то, реализуется процесс лечения очень эффективно. Вот, я вам продемонстрировал. Под роликом будет информация о моем телеграм-канале, о электронные почты, то есть под каждым роликом есть моя электронная почта. Если вы хотите со мной проконтактировать, узнать, сколько стоят вот эти все устройства, мне можете написать, я сбрасываю прайс-лист, вот, в котором, может быть, каких-то изделий не будет, но которые можно дополнительно запросить. То есть, если вы заинтересовались катушками Мишина, то вы дополнительно пишите, что вам необходимы катушки Мишина. Вот, я высылаю вот этот прайс. Алгоритм очень простой. Вы смотрите, выбираете, заказываете, я вам высылаю. Вот иногда может быть какой-то период, я собираю заказы, и это связано с производством, которое мне выдает партии изделий, я их собираю и реализую именно функцию рассылки. То есть я рассылаю письма, посылки и так далее, уже с приборами готовыми. Работаю со всем миром, мне без разницы, куда посылать. Вот география очень обширная. И, в принципе, в любую точку мира с помощью Почты России можно отослать вам
приборы. Поэтому пишите, заказывайте. Приборы имеют демократическую цену. Я считаю, что по функциональности они выполняют, в общем-то, огромную функцию эффективно. Но при этом стоимость их минимальная. То есть, если вы лечитесь, покупаете лекарства, вы затратите на это в десятки раз больше средств своих, нежели вы будете пользоваться тем же ИКУТом. Вот, и ваш организм уже сам самостоятельно справится с какими-то проблемами, если это ему по силам на настоящий момент времени, в том состоянии, в котором вы находитесь. Потому что там есть очень много нюансов. Именно есть патологические изменения, которые, в общем-то, сложно компенсировать. Но организм, конечно, по крайней мере, затормозит процесс, прибор, по крайней мере, затормозит процесс развития данного заболевания, то есть застабилизирует это состояние, и вы, опять же, получите некий комфорт, о чем я говорю во многих роликах по поводу использования вот этими приборами. Вот. Ну, не говоря уже в целом об изменении, в общем-то, отношения вашего к жизни, состояния, и так далее, то есть идет мощное структурирование всей информации, которую вы накопили, о чем я говорил неоднократно, потому что именно накопление информации, ее структурирование, оно способствует тому, что вы начинаете лучше ориентироваться в окружающем пространстве, в жизни и эффективно решаете круг своих проблем. Вот то, что сегодня я хочу сказать. Я в каждом ролике повторяюсь, потому что многие приходят первый раз, и им нужно знать, о чем здесь идет на моем канале речь. Значит, канал называется Варган Шоу. Изначально был создан как канал, который пропагандирует игру на варгане, искусство игры на варгане. Но он трансформировался вот в такой проект. Вот. И традиционно этот канал называется Варган Шоу Алексей Митин. Вот такая информация. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Всего вам доброго, не болейте и подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего.